В эпицентре скандала оказалась Анфиса Чехова, причем даже не по своей вине. Телеведущая запустила проект, в котором рассказывает, как удалось похудеть на несколько десятков килограммов. Без истязательств над собой. Подписчицы звезды возмутились, что метод значительно превосходит среднюю заработную плату по стране. На что помощники Чеховой посоветовали им просто не покупать вредную пищу. Позже Анфиса извинилась за хамство сотрудников. Нюша, наоборот, своих поклонников только радует. Через пару дней певица обещает презентовать новое видео на песню «Ночь», съемки которого проходили еще осенью в Америке. Нюша планирует удивить всех неожиданной локацией и сюжетом. Посмотрим. А вот Наталья Рудова шокировала подписчиков очередной выходкой. Актриса весьма оригинально поприветствовала любимый ей Санкт-Петербург. Босиком и в одном летнем платье, под которым явно не было нижнего белья, Наташа вышла на заснеженный балкон и начала прыгать. В общем, мы тоже не поняли, что это было.